арбузы и дыни. А почем арбузы? 30 гривен. А на сколько один арбуз завешивает? 120 и больше, 4 и больше. Угу, спасибо. 30 гривен килограмм. Один арбуз завесит где-то на 120 гривен. Здесь уже 25 гривен килограмм, как только отошли чуть-чуть дальше. Там помидоры. 25 и 30. 25 розовый, 30 желтый и черный. Спасибо, сейчас вернемся. Так, картошка 13, 25, 10 кабачок, действительно, 55 перец, так как мне все сказали. 55, 20. А почему морковка? 30 гривен. Помидор 25, 20, свекла 20, яблоки 10, 13, морковка 25, капуста 25, такой перец 30, чеснок по 100, доллар, напоминаю, по 40, лук по 30, ну, морковка молодая 27, 18 помидоров. Ну, нормальные помидоры от 20. Огурцы 18, кабачок 12, капуста 20, редиска 10. По 8 есть кабачки. И перец такой красный. Там он, видите, нормальный. По 45 и по 30 вверху. Такой оранжевый. Ну, цены действительно очень сильно отличаются от супермаркета. Допустим, голубика по 110 гривен. Персики по 35, по 45, по 55. Кукуруза 40 гривен. Виноград 75. Ну, в общем, и немножко, и немножко. А рынка вам. Конный рынок сегодня. Если, конечно, сравнить, как это было в начале войны, то сейчас рынок просто ожил на 100%. Открыто все. Все работает, все магазины работают, закрытых магазинов практически нет. Все работает. Людей много, покупателей много. Сегодня у нас будний день. Много продавцов. Ну, а давайте зайдем в крытый рынок. Много фруктов, много овощей, мяса. Кстати, вот отдел с курятиной. Сейчас посмотрим. Как это называется? А ты готова даже? Суповые наборочки. 20 летела во мне. Сколько? Давай. Так. Мяса очень много, сала очень много, вообще очень много всего. Большой выбор, яйца. Ну, не знаю. Все так же, как до войны. Если сюда вот сейчас вы посмотрите видео, вы не сможете отличить. Все то же самое продается, те же самые продавцы, как было в мирное время. И не учитывайте, что сегодня будний день. Завтра в субботу будет продавцов и покупателей еще больше. На улице очень жарко. Сейчас многие еще, уже около 12 часов дня, может быть даже час. Самый разгар жары, и очень многие люди уже скупились и сидят дома. Так что, я думаю, завтра с утра будет, пока прохладно, людей гораздо больше, чем сейчас. Ну, вот так вот мы с вами прошлись. Сейчас буду выключать телефон и идти что-то выбирать из продуктов. Потому что с включенной камерой люди вообще неохотно разговаривают. Так что всем хорошего дня. Приходите за покупками завтра.